Вітаю всіх, хто дивиться черговий випуск програми «Авторитетна думка», в якій наші гості, наші експерти дають цінні практичні поради і дають можливість кожному, хто дивиться цю програму, збагачуватися знаннями і використовувати ці знання у повсякденному житті. Сьогодні в нашій студії знаходиться заслужений лікар України, професор, керівник і безумовно, лідер Дніпропетровської обласної офтальмологічної лікарні «Докол». Це Валерій Миколайович Сердюк. Вітаю. Здравствуйте. Валерій Миколайович, заканчивается год уходящий, наступает Новый год, и я понимаю, что вы подводите уже определенные итоги, наверное, не сотни, не тысячи, а десятки тысяч, если не сотни тысяч людей, которыми вы вернули зрение, которым вы помогли видеть этот мир. Все-таки 90% информации из окружающего мира мы получаем все-таки через зрительный канал. Я понимаю, что это благодарности, это рукопожатие, это пожелание, чтобы еще большему количеству людей вы смогли помочь. И, конечно, это будет именно так. Как вы оцениваете уходящий или уже, можно сказать, ушедший год? И какие планы на будущее? Ну и, конечно же, у вас есть прекрасная возможность поздравить всех, кто нас сейчас смотрит, с наступающим и, возможно, уже наступившим новым 2018 годом. Уходящий год был, наверное, неоднозначным, как и для всех. Самое главное, что мы приобрели, это бесценно. Мы приобрели опыт. Клиника стала организованнее, клиника стала мощнее. И, безусловно, каждый год, когда ты приобретаешь новый опыт в диагностике и лечении больных, он бесценен. Мы стали делать операции в два раза больше. Мы оснастились новым оборудованием. Мы побывали и с лекциями, и по обмену опытом в других клиниках. Мы это практикуем в нашей клинике, и поэтому мы стали умнее и мудрее, и мы завели еще несколько таких технологий абсолютно новых в нашу клинику. Поэтому для нас этот год был очень интересным. И, в общем-то, наверное, каждый год, который приходит, мы строимся. Вот. Хотелось бы, конечно, побыстрее. Я знаю, что на следующий год наш объект стоит как объект, который должен будет введен в эксплуатацию. Хочется, чтобы осуществилась мечта. Мечта моя и мечта всех наших, моей всей команды, всех наших коллег – это чтобы создать когда-то уникальное медицинское подразделение, которое будет в том числе и градообразующим. То есть, в общем-то, чтобы мы благодаря медицинским технологиям смогли завести сюда других пациентов, пациентов других стран. Это не только СНГ, но и стран, развитых стран. И нам это сейчас уже удается. Поэтому, безусловно, это заслуга любой клиники. Вот всегда, когда мы хотим попасть в ту или иную клинику, будь это будет за рубежом, или в Австрии, или где-то в Германии и так далее, то любая экономика она основывается на том, чтобы все, кто приезжает, приезжие, они платят за местных. Поэтому и у нас есть тоже такая идея, что когда-то за счет других мы наших соотечественных, наших родных днепропетровцев будем лечить бесплатно. Это наша идея, вот, которую, я думаю, мы обязательно воплотим в жизнь. Потому что есть такие посылы, и дай бог, когда мы построим клинику, оснастимся еще более совершенным оборудованием, то мы сможем это сделать. Валерий Николаевич, я в этом абсолютно не сомневаюсь, просто я же слежу за динамикой. Вот, и, кстати, вот уже в ушедшем году моей маме поменяли хрусталики, и она вот каждый раз, когда мы встречаемся, говорит: «Вить, вот спасибо, что все-таки мы решились на это, что мы пошли в эту клинику, что сделали то, что дало мне возможность видеть этот мир уже таким, как я его хочу видеть». Вот. Ну, это же дорогого стоит. Да, причем это очень интересно. Мы, знаете, раньше было так принято, скажем, человек приходил, сначала оперировал один глаз, потом через время какой-то оперировал другой глаз. Он сомневался где-то в каком-то смысле, а как пройдет, успешно пройдет операция или нет. И сейчас, скажем, уже где-то 30% пациентов, которые к нам приходят, они оперируют в один день два глаза, и поэтому, в общем-то, для них практически проблема со зрением не является большой проблемой. Они уходят на следующий день абсолютно зрячими и чувствуют себя абсолютно комфортно. Валерий Николаевич, я знаю, что вы вот не просто руководитель «Докола», вы лидер, вы растите вот эту команду.
Чем отличается просто руководитель, к примеру, директор, да, от лидера? Лидер растит команду, у него специалисты растут. И вот ваши специалисты, они действительно достигают такого уровня, что к ним действительно едут из-за границы. То есть это ваша личная заслуга, но а заслуга всей команды, всех тех, которые вместе с вами, с которыми вы являетесь лидером, это то, что вы расширяетесь, вы раскрываете возможности, вы совершаете открытие. Открытие – это же креативность, это же на благо человечества, это очень благое дело, это далеко не всем такая возможность предоставлена свыше. Вот. Я уверен, что в 2018 году обязательно будет введен в эксплуатацию очередной этап вашего развития, вот. А это значит, что еще большее количество людей смогут получить квалифицированную помощь. Это очень важно. Спасибо, Виктор. Да, действительно, я хочу сказать, что счастье любого профессора – это его школа. Это не то, сколько клиник он открыл, или, может быть, сколько больных он пролечил, а сколько своих последователей, своих учеников он выпустил в свет. Вот в этом году, Бог даст, и мы выпустим еще наших 3 кандидата медицинских наук в следующем 2018 году. Это все наши дети. Это дети, которых горят глаза, которые хотят изучать и обучаться абсолютно новым технологиям. Они жаждут получать плоды от своей прекрасной работы. Поэтому, я думаю, наслаждение именно в этом. Валерий Николаевич, конечно же, следующий год – это год свершений. Это год каких-то событий, которые мы ожидаем, которые мы подготавливаем. В следующем году наверняка у вас будет много встреч. Скажите, с кем бы вы хотели встретиться в следующем году? У кого научиться? Потому что это очень важно. Человек растет тогда, когда он учится, и тогда он считается с практической точки зрения человеком молодым, способным развиваться. И, возможно, у вас есть какие-то планы на открытие? Ну, поделитесь. Ну, наверное, есть очень интересные перспективы с точки зрения продвижения наших технологий на пока ближний Запад. Вот мы очень тесно сейчас сотрудничаем с Прибалтикой и по обучающим программам. Мы сейчас создаем совместную монографию и новые обучающие методики. Поэтому у нас есть уже так прописанная такая небольшая программа по обмену опытом. Мы будем приезжать, обучать латвийцев. Они будут приезжать нам, рассказывать о тех технологиях. Это будут и литовцы, и латвийцы, и эстонцы. Вот эти технологии мы также будем продвигать и на восток. Мы уже сейчас продумываем о таком сотрудничестве и с Грузией, и с Азербайджаном, и с Узбекистаном. Поэтому планы есть, и громадью, вот, и дай Бог нам реализовать. И, конечно же, хотелось бы реализовать тоже программу. Вот с очень большое количество на сегодняшний день желающих из зарубежных стран, в том числе из Китая, приехать к нам лечиться. Поэтому нам единственное, что нужно сейчас, в общем-то, как бы нам тесновато уже, нам нужны новые помещения, новые, так сказать, хорошо оборудованные палаты, хорошо оборудованные посты, новые операционные. Вот, я думаю, что вот как бы то, что мы сейчас задумали, то, что мы делаем, а в следующем году реализуем, я надеюсь, вот оно поможет нам реализовать уже глобальные мечты. Я хочу сказать, вот мы покажем и станем примером так, как медицинские учреждения могут быть, я еще раз повторяю, бюджетообразующими учреждениями. Не тянуть из бюджета деньги, а вкладывать в бюджет. Ну, очень важный момент. Вы государственная областная клиника. То есть все то, что вы делаете от имени государства. Это же важнейший момент. То есть, скажем так, от коммерческих клиник даже в психологическом плане государственная клиника отличается. Валерий Николаевич, и сейчас нас смотрят вот добрые самаритяне, наши с вами сограждане. Чего бы вы хотели пожелать в наступающем или уже наступившем 2018 году? Возможно, дать какие-то советы. Пожалуйста. Ну, первый совет, то, что, в общем-то, я думаю, каждому нужно заботиться о собственном здоровье. И заботиться о собственном здоровье надо с утра. Вот я хочу, встав однажды, проснувшись, вы уже должны подумать, а все ли в порядке, все ли благополучно. Почему? Потому что мы вступаем в совершенно новые экономические отношения. Я хочу вам сказать о том, что раньше так было. Мы работали на износ, а там уже врачи
за нами, так сказать, поухаживают. Нет, сейчас это все, и медицина вообще, это дорогая штука. Поэтому я хочу сказать, профилактика, еще раз профилактика абсолютно всех видов патологии, поэтому в том числе и глазных. И если из простых элементарных советов, касающихся глазных заболеваний, то я бы хотел сказать первое. Если вам после 40, обязательно придите, померите внутриглазное давление. Второе. Не всегда, когда вы капаете много капель, это полезно. Почему? Потому что капли содержат консерванты. И консерванты могут приводить к другим глазным болезням. Поэтому на сегодняшний день обязательно определяйтесь с вашим офтальмологом, нужно ли вам капать эти капли. Это первое. А второе, старайтесь капать те капли, которые не наносят вред. Третье. Обязательно пройдите, ну, опять-таки, еще раз я повторяю, если даже вы в молодом возрасте или в юном возрасте, часто мы видим сейчас совсем юных наших пациентов, которые уже имеют проблемы со зрением, поэтому сходите обязательно посмотрите все офтальмолога. Блин, Николаевич, можно я вот вставлю то, что вот обязан сказать? Из моего личного опыта. Наша дочка в садике ни разу серьезно офтальмологом не была осмотрена. И когда мы пришли получить справку в школу, и офтальмолог проверил зрение, он говорит, подождите, так у вас есть проблемы? Я говорю, как? Ну, нам никогда никто ничего не говорил. Он говорит, да, у вас есть проблемы. Ну, мы, естественно, куда пошли? Мы вошли в докол. Ирина Николаевна, замечательная заведующая, проверила зрение и у старшей дочки, и у младшего сына. Вот, да, дала квалифицированные советы, то есть оказала вот ту помощь, на которую мы рассчитывали. И на сегодняшний день наш сын еще вот на уроках должен ходить в очках, а дочке сказали, очки можно снять в 15-летнем возрасте, уже можно снять. Вот поэтому, Виктор, родители должны обращать внимание на детей. Каким образом? Даже во время завтрака или во время просмотра вечерних там, фильмов или еще чего-то. Посмотрите, щурится ли ваш ребенок. Если он щурится, значит, у него есть проблемы со зрением. Посмотреть, не косит ли он глазом. Просто элементарный, так сказать, осмотр, внешний осмотр вашего ребенка. Старайтесь к ним быть повнимательнее. И обязательно вы найдете какую-то проблему. А если вы посоветуетесь с офтальмологом, это будет замечательно. И можно решить эту проблему чем раньше, тем лучше. Совершенно верно. И в профилактике я хотел бы еще сказать в отношении того, что старайтесь все-таки сейчас уже... Есть очень много таких витаминных капель, которые, и не только капель, но и таких препаратов, которые заменяют, мы скажем, вот, говорят, черника. Прекрасный препарат, который улучшает зрение, он улучшает обмен, в том числе и в хрусталике, кстати. Вот, поэтому и дает возможность хрусталику продлить его жизнь естественную. Вот, но, к сожалению, для того, чтобы продлить жизнь, вам альтернатива, либо съесть 5 ведер черники, либо съесть одну маленькую таблеточку черники. Поэтому, опять-таки, посоветуйтесь с офтальмологом о составе, о том необходимом наборе. Вот их буквально будет 2 маленькие таблетки, которые вы будете принимать, особенно если вам после 40, будете принимать один раз на ночь, и у вас все будет в порядке. Валерий Николаевич, ну и поздравления с Новым годом. С большим удовольствием хочу поздравить с наступающим 18-м годом. Всех-всех. Кто сейчас нас смотрит, особенно своих коллег. И хочу пожелать в 18-м году, это год собаки, и говорят, надо загадывать желания. И они обязательно исполнятся, потому что собака – это такое домашнее животное, которое обязательно принесет вам удачу и счастье. Поэтому я желаю вам терпения, это самое главное. Я желаю вам настойчивости. И особенно очень многие ваши вот заветные мечты, которые вы, они обязательно исполнятся. Но будьте настойчивы, будьте терпеливы в этом. Ну и, конечно же, я желаю здоровья. Будьте здоровы все. Спасибо. С Новым годом и с Рождеством Христовым. Валерий Николаевич Сердюк, лидер Днепропетровской областной офтальмологичной лекарни, державной, профессор, заслуженный лікар України. Ще багато регалій. Але хто забажає з ним познайомитись більш близько, той, я гадаю, знайде цю можливість. Чудова людина. Ви дивились програму «Авторитетна думка». Гадаю, що вам було не лише приємно, але й корисно. До побачення. З Новим роком! Чш!